Август – один из самых напряженных месяцев для абитуриентов. Ведь ожидание списков о зачислении заставляет трепетать сердца ребят со всего мира. 9 августа половина поступающих выдохнула с облегчением после того, как в Казанском федеральном университете опубликовали основной приказ о зачислении студентов на бюджетные места. Мы зачислили более 2000 человек вчерашним приказом. Также более 500 человек в рамках всего вуза с учетом филиалов было зачислено в нулевую волну. Это льготные места, льготы, квоты, целевые места. Впереди еще зачисление заочной формы обучения бакалавриата специалитета, очной формы обучения магистратуры, заочной формы обучения магистратуры. Поэтому это небольшой этап, преодоленный по контрольным цифрам приема. В сравнении с предыдущим учебным годом контрольные цифры этого приема в разы больше. Это связано с тем, что формат поступления и популяризации информационного и цифрового трека подачи документов информировался самими вузами, школами и Министерством образования Российской Федерации. На сегодняшний день в Казанский федеральный университет было подано более 170 тысяч заявлений. Но мы все понимаем, что у абитуриентов есть возможность подавать заявления на несколько направлений. В этом году мы получили более 39 тысяч абитуриентов, то есть подающих заявления на разные направления. Абитуриенты подавали документы в основном удаленно. То есть вот мы видим то, что за моей спиной сейчас приемное пространство. Даже в пиковые дни нагрузки, когда вот мы получали наибольшее количество заявлений, здесь не было больших очередей. То есть у каждого стола увидеть очередь там больше, чем в 2 человека, было невозможно. Первый приказ о зачислении студентов по контрактной форме обучения выйдет 15 августа. В этот же день опубликуются основные приказы по бюджетному отделению магистратуры и заочной формы обучения бакалавриата и специалитета. Карина Саяхова, Никита Акиньшин, Универньюз.